Командиры, трактористы, всем привет! Приветствует вас Десант Транспорт. Приехали на еще одну площадку осматривать 9760 STS Bullet Rotor. Я его уже осмотрел, видео клиенту нашему сбросил, одобрение от него получил. Завтра мы его будем играть на ставках. Но снимаю я вам его сегодня. Сегодня вам покажу. Какой доп у него есть? У него есть неплохой доп, антенна. У него есть антенна. Какие у него есть минусы у этого комбайна? Незначительные минусы. У него подварено вот здесь контурмастер чуть-чуть. Цепочки у него новые. Звездочки новые. Вот такая есть незначительная ржавчина у него. Ну, это опять же такое все косметическое, не страшное. Здесь у него новые тоже звездочки. Неплохая резина, процентов 50. Вот эта штучка новая у него. Ремни новые. Защита потресканная немножко, вот так вот. Ну, опять же, это не страшно. На скорость не влияет. Резина идентична с этой стороны. Пропустили, завели, все работает четко. Неплохой комбайн, в общем. Очень даже неплохой. И ржавый, нет сварки на нем. Нет сварки на измельчителе, который я вам показывал, мы смотрели вот пару дней назад. Там весь был убит измельчитель. Все варено, переварено. Здесь все просто в идеальнейшем порядке. Звездочка. Еще сезон подходит. Здесь также. Штек там нормальный. Ремни все новые. Масло проверяли, левел был масло на нем. Нету пола здесь. Штек новый, звездочка там новая. Без выработки. В общем, осмотрели, все подходит, будем играть. Вот этот и еще вот эти тоже будут завтра разыгрываться. 690, там 770, 660 есть, 670. Кому интересны подобные покупки с Америки, пишите, звоните. Десант Транспорт. Посмотрим вам, выберем. И отправим. Будете работать на своих полях. Убирать хлебушек, кукурузу и так дальше. Печка работает. Ключика не было здесь. Я своим ключиком завел. Ключик в офисе у них есть. Комбайн у нас двигается вперед-назад. Запускается. Все работает, все функционирует. Красота.
общем, думаю, завтра его возьмем где-то штук за 35 на ставках. Всем спасибо за внимание. Кому интересна подобная техника, пишите, звоните, ребят. Мне или Васе, все описания внизу у нас. Купим любую технику с Америки. Всем пока-пока. Вещаю с американских полей.